Погнали дальше. Слушать. Еще один трючок. Пятница. Новиночка. Let's go. Ой, там QR-кодики. Вы, короче, знаете, да, про тележку, про всю эту историю. Ready to die. Kinder Lil, produced by Nest. На секундочку. Glazery. И Carly Gacha. Carly Gacha. Yeah. Nest. С Kinder Lil. Нихуя себе. Вот это интересно. Ready to die. Красная багровая обложка. На что похож шрифт и цифра на заклятие, на какое-то вот, да, какой-то фильм ужасов, что-то вот такая вот история. Мрачная, очень мрачная, да. Есть клип, мы заценим клип. Все в последний раз было у Kinder Lil, у него был альбом, то ли альбом, то ли EP. Он к нам залетал, кстати, в чат. Спасибо ему большое. Только сейчас про это вспомнил. Было очень годно. Новый виток в творчестве получил, как по мне. Он там скорее... Он там скорее... Спасибо Папичу за комментарий. Вот, у него подобное творчество уже было, просто получило новое дыхание. Да, перешел немножечко из одного пространства в другое. Было очень неплохо, технически очень хорошо справился, звучало очень мясно. Что это будет? Такое ощущение, что что-то мрачнее такое должно быть, да? Не то, что было там. Там все было прям мясо, весело, вот это все дела. На Яндекс.Музыке есть весь плейлист. Пакистан, маньяк, да, вторая часть фильма, да? Ага, все понятно, спасибо большое. Ладно, поехали. Ready to die, let's go. Это Нес, это мы знаем. Парон. Ну, свидос хуйня. Сейчас на мне. У меня есть пушки бро, но я сейчас не на войне. За мою голову объявлена охота. У меня есть бодига, штурмовая пехота. Я сильный маньяк, у меня есть топор я. Если что, мои ножи решат не любой спор я. Полю как Монтойя, хулиган Том Сойя. Ты собачишь метадон я. Это скаки в пор я. В моих легких воя. Берг из Пакистана. Хочу больше сиропа. Рэпи Санта. Да, вот что за Пакистан, я понял, Бензо, я тебя понял. Трипуля, такая вот трипуля. Свидос не понравился, что-то с самой капой, что-то она какая-то глухая, совсем недожатая. Мяса в ней не хватает, силы в ней нет, понимаете, силы нет вот здесь, как по мне. Но как бы строчечки неплохие, неплохие. И пока ты дрочил на Меган, я в Бамблби трахал Меган. Как же он хорош! Я взрываю как Осама. Диди Осама. У меня есть РПГ. Я не буду говорить, за меня скажут это. Осуждаем, кстати. На моей, суке, Рик Оуэнс. И Рик Оуэнс сейчас на мне. Угу. Это опять же, по-моему, это к вайперам вот эта вот вся хуйня. У меня есть пушки, бро, но я сейчас не на войне. За мою голову объявлена охота. У меня вот это вот. Вот это было хорошо. За мою голову объявлена охота. У меня есть бодигард, штурмовая пехота. Damn. Я серийный маньяк, у меня есть топор. Если что, мои ножи решат мне любой спор. Боулю как Монтойя, хулиган Том Сойер. А он шарит. Ты сопачишь метадон? Осуждаем. Я с каких пор? Это в моих легких вой. Перки с Пакистана. Хочу больше сиропа и рэпи санта. Перки с Пакистана. Пакистан. Ага. Ну, молодой гений получается. Нихуя себе. Звучит отстойно. Сори, киндер. Сори, бро. Честно. Звучит прям вот. Ну, именно из-за того, что вот сведено хуйнево. А так-то неплохо. Хороший флоу. Хорошие строчки. Неплохой хук. Это прикольный гиммик.
но сведено хуёво. Пиздец. В прошлом треке был пакистанский тайп-бит. Трек посильнее был. Пакистанский тайп-бит. Дайте угадаю, там стреляли на фоне? Ой, блядь, осуждаю, все, не буду, не идите нахуй все. Давайте заценим клип. Его друг, кстати говоря, Ники Цунами нам тоже презентовал как-то клип. Ага. Презентовал нам тоже клип вместе с треком. И посмотрим сейчас, как он справился. Киндерлиг, в смысле. Там дудка была. Ну понимаю, тогда понимаю. В Москве орудует серийный маньяк по прозвищу Киндерлиг. Подозреваемый передвигается на темно-синий BMW 3 серии. Просит вас быть осторожнее. Левые руки глок, правый дабл кол. В тачке сейчас пакет, в тачке мы в Москве. Бро, ёбнул человека, хочу бить, бро, я не веган. Пока ты дрочил на Меган, я бомбал, бит, трахал Меган. Я взрываю, как осанок, у меня есть РПГ. Я не буду говорить, за меня скажет ТТ. На моей суке рекон, сирикон, сейчас на мне. У меня есть пушки, бро, но я сейчас не на войне. За мою голову объявлен. ПНГшная кровь. Да, это свэк. Ебать. Охота. У меня есть бодига, штурмовая пехота. Я серийный маньяк, у меня есть опор, я... Слушайте, наравне с платиной, я вам отвечаю. Вот клип наравне с платиной, ебать. Это просто охуеть. Наравне с платиной человек клипы делает. Забинтованный. Да там еще прикол с трупом будет. Если что, мои ножи решат не любой спор. Я полю как Монтоя, хулиган Том Сойя. Ты собачишь метадон, я. Это скаки в поле. Уже куда я видео взял? Моих легких воя. Берг из Бергистана. Хочу больше сиропа. Рэп и Сантана. Только сегодня по меньшей мере было найдено 4 изуродованных тела девушек. Маньяк продолжает свою охоту на юго-запад в районе Москвы. Закрыть все двери и окна. Ведь следующей жертвой можете стать именно вы. Полю как Монтоя, хулиган Порья, если что, где он? Тут же был. А, вот. Вот здесь, наверное, да. Это с какого-то... Я хуй знает. С какой-то флеш-игры начала 10-х, там, даже 5-го, наверное, года. Да. Да-да. Ну вот, собственно, это все и описывает. Я вам говорю, мы смотрели клип «Платины», выложенный, по-моему, специально для Телеграма. Блять. Один в один. Ебать. Мы перешли... На какой-то новый уровень. Здорово, Аспартамин 31. Мы перешли на какой-то новый мета-уровень музла. Это уже не супер-трэп, это уже не просто трэп, это уже не хасл, это пиздец. Это... я не знаю, что такое. Но это, в принципе, интересно. Но только над свидосом вы работали как раньше. В чем проблема? Я не понимаю, все такие типа... Ну, мы уже доказали, да? Можно теперь сведения нахуй откинуть. Биг Бэби Тейп один раз откинул сведения. Он получил ебать столько лещей, что теперь хотя бы сведения начал нормально делать. Да, там сами треки хуйня, конечно, но хотя бы сведения вернул. Поэтому будем посмотреть, как эта вся движуха будет двигаться. Но клипы мне такие точно не нравятся. Я про это уже говорил на платине, на альбоме, по-моему, мы смотрели, да? Если я ничего не путаю. И это... В качестве... одноразового прикола, да, если это начинает становиться системой, осуждаю максимально. Поэтому трек неплох, был бы сведен, было бы вообще конфетка. А так, просто будем посмотреть, как это будет развиваться. Вот Foreign Way, например, предложил как бы и сведение, и хорошее звучание. Опять же, вот в чем-то подобном, да. Но опять же, он там как будто не сильно разгонялся, потому что, ну, типа, первый опыт, вся хуйня. Будет интересно посмотреть, как он будет работать. Очень хочу, чтобы они это все качественно начали обрамлять. Потому что, ну, блин, мы смотрим, да, на исполнителей довольно высокого уровня, а как бы, ну, слышим, очевидно, хуевое музло. Так не хотелось бы, потому что если самобытные вот такие ребята, да, они начнут делать вот так, а Big Baby Tay продолжит делать, как он делает, так получается, Big Baby Tay будет в выигрыше. Я такого не хочу. Нет, такое не хочу.
Ну, это будет несправедливо. Поэтому, ребята, давайте, соберитесь. Свидос, хуё-моё. И вперед. Киндерлилу, конечно же, желаем, да? Прокачаться. С точки зрения свидоса, хотя, блядь, все было нормально. Мы слышали уже треки хорошие. Поэтому хуй его знает. Будем ждать нового материала. Киндерлил 700. Нормально.